Привет юным футболистам! Сегодня мы с вами встречаемся на первом видеоуроке по футболу. И в дальнейшем мы будем с вами встречаться 3 раза в неделю, чтобы вы не забыли все те навыки, которые мы с вами отрабатывали в течение всех тренировок. Сейчас у нас первое задание, у нас ведение мяча подошвы. Сейчас я наглядно вам покажу. И внимание на работу ногами. Вот, у нас подошвы, мы работаем подошвы, ведем мяч. Затем развернулись, акцентируем внимание на работу рук. Раз, 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 раз. Смотрим, ноги, руки работают синхронно. Упражнение ведения мяча левым боком. Смотрим. Ведем мяч левым боком, подошвой на себя. Дальше остановились. И в обратную сторону уже правым боком. Вот смотрим внимательно на работу ног. Вот, никуда не спешим, мячик у нас все время возле ножки. Пробуем. Последнее упражнение на сегодня. Смотрим и пробуем. Вот, у нас тут подскоки с продвижением вперед. Тоже никуда не спешим, развернулись. У нас ноги и руки работают синхронно. Не спешим. Все, молодцы. Спасибо за урок. Пробуем, стараемся и до встречи на следующем уроке. Спасибо.